Андрей Тищенко на борту самолета устроил самый настоящий дебош. Сдерживать хулигана пришлось чуть ли не всем экипажам, пока самолет заходил на посадку в Сочи. Отпускай, скотина! По версии следствия, самолет, летевший из Петербурга в Анталию, экстренно осел в Сочи из-за неадекватного пассажира. На борту самолета мужчина устроил дебош, а когда стюардесса пыталась его успокоить, то он ударил ее, в результате чего бортпроводник получила телесные повреждения. Сразу после приземления авиалайнера сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Сочи задержали правонарушителя, опросили свидетелей инцидента, а затем доставили его в дежурную часть. Им оказался 33-летний житель города Санкт-Петербурга. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови авиапассажира. В Сочи 34-летнего мужчину передали стражам порядка, а следственными органами Южного следственного управления на транспорте в отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело. Сам Андрей Тищенко внести ясность в произошедшее не смог. Да, мне рассказали. На баку воздушного судна у меня был алкоголь с собой. Я купил где ушли. Я был в руке. И после этого я не помню. А сотрудники полиции рассказали и показали, я хулиганил. Мужчине объяснили, что он совершил преступление, статья хулиганства. Следственный комитет планирует в ближайшее время обратиться с ходатайством об аресте пассажира в суд. Андрей Тищенко списал свою выходку на алкоголь и согласился дать показания.